Короче, это уже был red flag. В общем, мой один бывший. А он, короче, говорит, он был, короче, в лезгинке, да, это еще. Капец. Он был в Турции, и он говорит, вот, ты же шабна. Ты такая, типа, у тебя необычная внешность, достаточно в Казахстане. А я поехала в Турцию, а там везде шабнам, шабнам, шабнам. То есть ты там обычная. Прикиньте, он так сказал. Надо было тогда понять. Этот флаг. Здравствуйте, не хочу. Если проскурите, что у меня. О, хорошо, девочки, я вам сообщу в эфире, когда буду собираться. Тут шичка. Я таджичка по нации. Так, сейчас нашла ваш ТТ. Здесь там много ваших ТТ. А, так это мой второй аккаунт. Ставь везде, с Наки Сим у меня будешь. Окей, окей, ставь везде. Я не туда называю. Чё у меня там? Второй акт, да. Там я, у меня контент казахский. Казахском. Ну, я там не снимаю сейчас вообще. Работаю? Нет, не работаю. Блин, жаль, что у меня мицеллярка не тут вообще. Нет, в базе нет, не была. Кстати, я что-то забыла про базию. Типа, столицу забыла. Базии. Сухум. Теперь буду знать. Почему у вас так-то только на КЗ? Ну, у меня два аккаунта, у них там разные контенты, все такое. Или с гулянки приехала. Я ночью я не гуляю в такое время. Хотела поработать. В воскресенье же не работают пары. Очень красиво, спасибо. Это позаки полис, да? Полис, унма. Это вообще после универа. Свиданки? Нет. Я не хожу на свидание. Хотела бы работать. А, все, все. Вы дрянь убейте, увидите. С кухни. Реально с кухни. Доброе утро. Кто-то сейчас просыпается. Один раз так было. Я наоборот, я в универ собиралась. Там писали, кто-то собирается, а кто-то только ложится спать. Теперь мы поменялись местами. В Украину после нашей перемоги приезжайте. Обязательно. Универ. Спать собираюсь. Не хочу универ. Я вообще делаю, что хочу. А вы не успеечка? Нет, это джичка. У нас почти 7, тоже 6 с чем-то. Гуляющая. Типа гуляющая я. Все равно классно, жахсы. Не похожа на гуляющую, ты такая. Я скромная девушка. Ищу дома, ты такая. А кто любит работать? Ну, доброе, только проснулась. Доброе утро. Хотел бы, если бы у меня хирургически. Нет, пока не хочу. Чекаем тебе. Как на Украине, хорошо отношусь. Когда спать? Скоро я пойду. В 7, наверное, выйду ровно. Я бы хотела в 6 выйти. И вообще еще раньше хотела. Когда я в Украине, хорошо отношусь. Вы не спите? Нет, я сплю. Вам кажется, да, такая девочка в черном вообще забытая. Ресницы, спасибо.
Блин, шаю. Я тоже люблю. А, нет, подожди, у меня же сегодня урок в 11. Я до этого не продержусь сейчас. Если бы это было в 9, я бы сейчас уже красилась, по идее. Можно было пойти. Так как у меня 9. То есть в 11. Сколько времени проводишь в эфире? Много. Очень красиво, спасибо, так приятно. Я до сих пор не хочу спать, я тоже. Нет, я вот только захотела. Что-то я уже зеваю. Макияж смывать будешь? Да, буду. Макияж смою. Ой, моя мицеллярка в ванной осталась. Потом смоюсь, не хочу вставать. Мне такое комфортно, знаете. Так комфортно села, сижу. Вот, теперь начинается. Теперь я хочу спать. Тоже зевнула. Блин, телефон на зарядку поставлю. Наверное, уже не очень будет, если я еще и завтра зайду в эфир. Я сегодня такой рекордный поставила. Продолжительность эфира просто прикольно. Есть еще такие люди, интересно, в ТикТоке? Он по-любому же есть, да, вот эти вот ездят. Они как-то там батлы играют, хотя бы зарабатывают. Я просто сижу, ебать. Ну, скажи, как мой ник читается? Аку. Через 2 часа на работу. Лучше не спите, а то потом этот не проснётесь. Как сейчас ему ник? Заряжать? Что заряжать? Кому спать, кому-то на работу. Да уж. Аку зовут меня. Я вспомнила себя. И кто я? Кем принять можно? Блин. Может, начнете краситься? Не знаю. Очень медленно, может,